А куда это мы поехали? На дачу. Мы остановились на заправке. Сейчас заправимся и поедем дальше. Еще долго ехать? Еще долго ехать. Всем привет на моем канале! Сегодня я приехала в свой деревенский дом для того, чтобы посадить картошку на своем большом огороде. Но для этого нужно будет заказать трактора, что я, конечно же, уже сделала. Сейчас их ожидаю. Сижу в машине, потому что на улице сильнейший ветер, и записать видео просто мне не удается, потому что меня не будет слышно. Вот, заказала трактора. Точнее, я заказала один, но сказали, приедут два. Один будет измельчать сухостой, который был человеческий рост, а другой будет спахивать землю. Ну, а пока ожидаю, хочу рассказать, какие же были работы выполнены в этом дому. А именно, санитарно-гигиеническая уборка всего дома, уборка чердака. Избавились, наконец-то, от всей старой мебели, увезли на свалку, собранного мусора, хлама. Очистили подпол, там было очень много бытового мусора. Также нашлись там мыши, мертвые мыши, которые воняли ужасно. Тоже их выбросили. Вот. И, значит, потом решили проверить, а есть ли у нас вообще водопровод, подключен ли он к дому. Вырыли траншею от дома до забора, вот за калиткой, позади калитки находится. И обнаружили на глубине не больше метра трубу. Видимо, вот она поэтому и замерзла. Слишком ее близко к уровню земли закопали. Ну а по мере возможности нужно будет вырыть траншеи глубже для разводки трубопровода и место под колодец. Также были выполнены работы во дворе. А именно, разобрали заборчик, который был между баней и сараем, который уже сам свалился от старости. Убрали все сорняки на маленьком огороде, мусор бытовой собрали. Ну а сейчас пойдемте посмотрим, как трудится трактор. Ну вот, участок весь спахали. Смотрите, как красиво теперь на него, приятно смотреть. Чистый, опрятный. Сейчас будем сажать картошку. Ну, а для начала одела шапку, поскольку очень ветрено. И сейчас нужно будет вот этот участок поделить пополам, чтобы легче было ходить. Тропинку будем прокладывать. Вот, пока шла, наконец, участка, сколько мусор собрала. И еще предстоит, наверное, встретить.
посадили картошку, успели до дождя. Здесь посадили, на этой половине и на этой половине. Все. Теперь будем ждать первых сходов.